А ты видео делаешь? Не, я вещи делаю. А, вещи? Не поспорю. Баклажан! Я нашел идеальнейшие просто диски. Бля, пацаны, этот тюнинг лучше, чем на некоторые тачки, которые здесь добавляют на Радмире. Я прямо сейчас делаю реально заряженные колеса на эту тачку, если можно так сказать. Эксклюзивную машину, которая как бы типа мне по судьбе упала с кейса. Хотя бы такая, но упала, пацаны. Так, давайте сюда колесико еще одно поставляем. Блин, это выглядит уже максимально офигенно. Я еще сюда спойлер прихерачу. Это будет самая стильная машина, которую когда-либо делал. И больше вы мне не напишите, что я делаю колхозные тачки. Смотрите, идеально. Пацаны, не, ну спойлер здесь вообще идеально, лучший. Вот здесь с выхлопной трубы вроде как аккуратненько вылазит. Вот я показываю, пацаны. Вроде видно нормально, то есть эффект нитро действительно присутствует. Выхлопных газов как бы, бля. Ааа, это что вообще за чудо? Вот это, пацаны, тачка с обновы. Вот это я понимаю, бля, добавили Ладу Весту просто в новом кузове. Он угорает вообще, бля. Вот так вот камера есть, очень хорошо. А что, фары включаются, реально? Блин, надо бы было поменять местами сторону этого унитаза, но так будет неправильно. Вот так смотрится идеально. Короче, я поехал в город, сейчас будем смотреть за реакцией игроков. Да и сами в целом прокатимся. Тут периодически камера как бы... О, там челик на дороге, подожди. У него что-то случилось, мы едем к нему. Он кого-то там даже выталкивает. Бля, что происходит? Пацаны, вы тут за что деретесь, Что сказать? Что сказать? Что? Ты чё, блядь, ты чё у меня колеса все поломал? Ты охуел, блядь. Долбоёб, блядь. У меня унитаз бронированный, кого-то там прострелить пытаешься, у меня моделька впитывает весь урон. Дружище, не хочешь гоночку? Гонку давай. Это новая Лада Веста рестайлинг. Ах ты сука. Брат, не дым. Здорово. Пока как 50 рублей по 50-10. Что, заезд мне предлагаешь? Ёбнулся? Давай, поехали. Не может, не может, не может. Да сука, объехал. Да подожди ты. Ремень, у меня ремня нету. А, несет. Ай, бля. Ай-яй-яй. Сука. Да куда ты что творишь, колеса ломаешь? Вот, сука, он перевернуть меня пытается, мой ультра-унитаз. На колеса не справляться с таким разгоном. Давай, давай, тут пробило трубу, блядь. Вот на чем ездим. Чини, чини. Бля. Че он пишет? Давай, давай. Слушай, попробуй сверху запрыгнуть. Сможешь на ней проехать сверху? О, ништяк, да? Нормас. Поехали. Он смог, можно сверху катать людей. Но вроде как он съезжает, а вроде как едет. Ну, будем потихоньку ехать, пацаны. Разгоняем по максималке, влетаем к автомеханикам, короче. Ну, велик объезжаем, уверенно. Так, 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 так. Здорово. Тюнинг. Семен Сиськин, мне нужен тюнинг. В смысле, чё? Нормальная машина, купил только с салона. Китайская новая марка, ты чё? Кончуанг. Как тебе, бля? Китайцы вещи делают. Не, нормально, советую тебе. Тут два монитора, считай, вообще кайф вообще. 50 рублей покакать, если что. Может, реально заработаем даже на этом? Нет денег, чтобы покакать, брат. Ну, советую тебе успеха подняться и чтобы у тебя были деньги на покакать. Хочется какать, а ты догони. Блять, этот чел нет, реально не слазит у меня, он прилип. У меня мало, что унитаз у меня какой-то бич на крыльях сзади летает. Давайте, 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 да, я сами на заезд. На зеленый стартуем.
Мне на бэха не потянулось. Сука, В смысле меня Е60 объезжает? О, менты. Это новая машина китайская, только-только растаможил, господа. Не, ну нормально, запах свежей машины китайской, ты чего внутри? А почему у тебя голубой дым из нее валит? А это я уже нелегальный тюнинг поставил, это я ускорил ее немножко. А это картинг? Вон тебя снизу видно, кстати. Ну это не картинг, это так я сижу, это рама несущая. А-а-а. Че, а пацаны, можно без номеров, да, ведь ездить на таком? Ну, вообще нет. Вообще нет? За то, что без номеров, штраф, но нам похуй. А, ну вам похуй, нормально, когда да, унитазы по разомасу гоняют. Колеса не крутятся, ну это надо пробег пройти там, знаешь, обкатку они закрутятся. А вообще она заправляется или нет? Подожди, я вот в теории я... Слушай, ну нормально у тебя машина поднялся. Че, наролся вообще припух? Завидуешь что ли, брат? Ну ничего, скоро поднимешься. Че за коробка? В смысле коробка, блядь? Сундук? Брат, это новый кейс новогодний, блядь. Я везу на ивенты. Раскидываю по карте. Не, ну она заправляется, да? Я предполагаю, что это... Нет, она не дизельная, 92-й. Полный бак, пожалуйста. Что? Я опять 800 за полный бак от... 150 литров? Вы ёбнулись? У меня на внедорожниках по 50 лазит, здесь 150... Ну ладно, здесь объективно бак большой, видно. Есть куда влазить. Ой, блять, аккуратней, что ты тут подставу устроил на дороге? В смысле? Они просто поехали? А нет, он крикнул, ебать. Я думал, каждый день типы на BMW такие тачки видят. Но если они в клубе BMW-шников, наверное, и видят, но я не знаю. Ой, бля. Прикинь, едешь тут по встречке вот это. Так, а трюки она может совершить? Ой-ой-ой. Вообще найс. Чем? Вообще не понимаю, почему выехала с тротуара какой-то биотуалет. Он ко мне на хвост сел. Бля. Это меня насигналило, бля, сбил меня, еле управляется. Сори, понял, ладно. Дорожная ситуация в России, сори. Меня вот удивляет реально реакция типов, у которых это вот норма вещей. О, мне посигналили, кстати. Все останавливаются, вообще все. Запрыгивай, я буду в движении, а ты на велике сверху запрыгивай. Давай, получится, если получится, 4000 дам. Ой, блядь, грохнулся, брат. Здорово, брат, подвести, прыгай сверху. Запрыгивай, довезу до казика. Здорово, брат, продаю, обмен, ключ на ключ, давай. На твой мотик. Ебать, что за аппарат. Это серьезный аппарат, я его повез, да, в казино. Новый приз в казике. Чел, который бежал. Он нахрен в сторону отошел. Посмотрел. Сука, это смешно. Я проиграл все деньги в этом ебаном казино. Что это такое? Это выигрыш. Бля, Владик украл! Ой, ты чего? Ты, блин, как так? Стой, дай копнуть. Так с кейса выбил с нового зимнего, его еще не добавили. Это новый золотой предмет на зимнем новогоднем кейсе, вот который сейчас в обнове будет. А это случайно не читы? Ну какие читы, брат, ты че? Чел, который такой в игру зашел, думает, бля, что за сервак? Там такой ник, он просто, наверное, вообще в шоке, блядь. Он подумал, не-не-не, здесь я не смогу пройти путь бомжа. Мы твои подписчики, стой. Блядь. Блин, ну ё-моё. Он еще и врезался. Не, ну бомж, который только в игру зашел, я считаю, должен получить по максимуму от этой игры. А, у меня же ник-то еще не видно. Да стой, стой, ты на ней дизайн. Нет. Я выбил с кейса. Да ты дизари, ты ютубер. Да, дизари. У дизари же все жиги такие. Очки дрифта дают за это.
Бля, это с воздуха выглядит максимально страшно, блядь. Это пиздец. С воздуха я в какую-то Rocket League играю, что, блядь? Слышишь? Стой, стой. А? Вы сейчас куда поедете? Куда по кайфу, туда еду. О! Что, блядь? Что произошло? Что произошло? Что за хуйня была сейчас? На авторынок Низкого поехал продавать, пацаны. Там по-любому за нее нормальную цену поставят. Обмен на твою, Жигу. К тебе сесть, Леха. Как, в смысле, ко мне не надо садиться? Она одноместная, ты чё? Приватная территория. Поехали. Куда вас, пацаны, за проезд передайте? Пойди какой. А, я... 226. Нормально, я еще денег заработал. Я-то думаю, почему мне деньги не передают за проезд на моем унитазе и вообще за его спину. На туалете еще не ездил? Нет. Нормально, сегодня поездишь. Вот новичок зашел, наверное, новичок тоже зашел, в игру, да? Сегодня, думают. Вот это сервак, блядь, заряженный. Леша, он бомжа подвинет. Да вот нахуй, это что за хуйня? Это такая игра, в... ты только зашел, да, на... нахуй, на проект? Охуенно вообще ты зашел, брат. Это машина для бомжей начального уровня. Интересует тебя? Слушай, знаешь, что про... вводи промокод такси, получишь такую на втором уровне. Я уже второй. А, ну тогда просто промокод такси вводишь, вот. Куда его вводить? Вообще подписывайся на канал. А там MN настройки, там, ну, найдешь, куда промокод вводить. Ща, все, поехали. Ладно, давай, давай, друг. Как такую же получишь, пиши. Давай. Чел только зашел, я же говорю, мы сегодня обязательно такого встретим. Бля, интересно, с какого проекта он перешел? Здесь что, вот такое был? Приехало. С первого кейса, да? Да со второго, как обычно, везет. С второго. Ай-яй-яй-яй-яй. Бля, бомж спрыгнул. А, он побежал в автосалон высокого класса, но я надеюсь, он такую же машину купит. Реально, надо проверить, какая будет реакция у полицейских на эту машину. Одни уже отреагировали, но я вообще-то сегодня к мусарник даже не подъезжал на ней. Это что, блядь? Это Blackstar Mafia. Тони Тапора встречает города. Нас очень любят. Не, нормально, нормально, это я оценил. Ладосидан! Баклажан! Бля! О, здрасте. Я понял, кто ты. Ты пас. Менты тоже, это другие уже. Это толчок спиздили, бро. Это новинка, Лада Седан новая. Лада Креста. Бля, все ржут. Вот здесь нормальная реакция пошла. Слышишь? У меня нет на нее документов, ни номеров. Это вообще абсолютно нелегал, если что. Спасибо, одобряю. Нормально в перевернутом туалете сидеть? Он не пере... Да-да, нормально. Нормально. Перевернутый он. Да нормально. Там... А как я вылазить там из него буду? У меня дверь сверху. Блин, там Нутелла была. Да не было там Нутеллы. Там... А, угон! Оформляем. Давайте начальнику подарок вашему. Кто начальник у вас? Давай, я начальник. Ты начальник. Ну давай тогда я к вам ее загоняю. Давай, у вас будет стоять, охраняйте. Давайте, сейчас я на нее мигалочку еще повешу окончательно, чтобы вообще... Слушай, так она вообще как идеально, слушай. Она сине-белая, сейчас мигалку довешаю еще, вообще нормально будет. Давай. Вот это подарок ментам, пацаны. Пацаны, вот теперь она реально в подарок ментам идет. Она реально сине-белая, с мигалкой, вообще идеально. Я подарил самый лучший просто, ну, новинка. Диски почернели сразу. Давайте я загоню к вам ее во дворик. Там поставлю для вас. Там даже начальник нас пропускает, чтобы мы подарили вот такое вот чудо. Просто унитаз с мигалкой для ментов. На люстре. Ой, так все. На люстре, да, все вообще по красоте сделал, блин. Подарок любимой полиции. Дорогу, дорогу. Прям ко входу здесь. Ну, на эту, блядь, на волейбольную площадку стоит. Да не, вот здесь нормально ко входу, чтобы вообще как памятник стояло. Подожди, Леха, ты любишь морепродукты? Морепродукты, да? Да. Держи краба. Ага, хорош.
Хочу что сказать. Мерц вышел вообще в шоке новый. Новая разработка от АвтоВАЗа, да? Да, естественно, конечно, АвтоВАЗ, да. Шестиклоп тут этот. Шестиклоп, да. Ну там и просто клопы еще внутри, и даже просто без шести. Да, там не клапана, там клопы сидят. Да, просто шесть клопов, блядь, на них и едет как бы. А ты видео делаешь? Не, я вещи делаю. А, вещи? Не поспорю. А, это этот новый Tesla Cybertruck, вот он. Киберсрак, да, перепутал. Да, киберсрак, вот, реально. Едешь. Че, руля можно попробовать? Да, но в целом она открытая, можете заездить на ней, кошмарить бичей.